Geralt of Rivia, The Witcher. Я приветствую всех и каждого, с вами Бадди, мы находимся в деревне Большие Сучья, играем в Ведьмак Дикая Охота, и начало этой серии посвятим кулачным боям. Первый из них находится вот в этой области, отсюда мы потом пойдем к ведьме, посетим эту деревеньку, и, я так понимаю, займемся вот этой частью острова. Но уже потом побываем в корчме, обратно вернемся и... В этой точке тоже, потому что здесь такой большой остров, и здесь явно будет очень много всего интересного. Нам здесь, кстати, надо квестики еще поздавать. А вообще, нам вот сюда надо по сюжету, связанному с Цири. Ну и, само собой, сюда мы пойдем по сюжету, тоже связанному с Цири. Здесь ведьма, с которой она поздорила. Поехали. Так. Три кулачных боя составляет этот квест. Соответственно, мы все с вами засиднем. Кто из вас тут крутой? Если местный труп... Хочешь поучаствовать в турнире? У нас честный кулачный бой. Предупреждаю, Йонаш мужик злобный. Любит кусаться. Так как? Давай денежек подзаработаем. Какие правила? Мы обычно деремся на кулаках. Но если пнешь по яйцам, никто слова не скажет. Если победишь Йонаша, а еще кузнеца и стаха-рыбажора, то сможешь выйти против сержанта, чемпиона Велена. Так, чтобы сделать ставку, выберите сумму с помощью, понятно. Давай по максимуму. Ну поглядим, какой он злой. Я участвовал в кулачных боях в предыдущем Ведьмаке. Сейчас мы увидим бой между Йонашем и путешественником. Первым, по-моему, особенно это было раз, а втором уже не помню. Разделся такой крутой стал. Так, тихо. Я просто разведаю обстановку. Порхай как бабочка, жаль как пчела. Таких камер не очень удобно, честно скажу. Здесь тактика такая, ударил, ступил. Можно еще парировать удар. Первый готов. Приблуда! Победил Йонаша! Кто знает, может, в Велине скоро будет новый чемпион! Осталось победить кузнеца из корчмы на распутье и рыбака из Залипья. Зовут его Рыбажор. Хорошо. Первую часть квеста мы выполнили. Так. Кузнец, ты у меня по оружию или как? Ну, хотя смысла тебе тоже нет, ни мечи особо не нужны. Так, дождливая погода в этой серии будет, но ничего не поделаешь. Каков уж Велин. Так, а мы с вами отправляемся вот, получается, сюда. Пойдем по этим вопросикам. Я думаю, к концу серии вполне вероятно дойдем до ведьмы. По крайней мере, я был бы этому рад. Латва, ты всегда появляешься не там, где я хочу. Но. Пошли. В такую погоду, конечно, выходить на путешествие на неизведанной территории не совсем разумно. Кстати. Я что-то не хочу медитировать. Пускай получится такая дождливая, мрачная средневековая серия. Торопиться не будем, опять же. Мне не нравится скакать галопом. Мне нравится в таком темпе. Делать так. Здесь, помните, мы подняли алтарь. Шевелись, и вот теперь тут собрались люди.
У нас есть квест по их поднятию, но я, насколько помню, не в этой области. Так, бандиты? Бандиты. Большой дороги. Один готов. Где второй? Где здесь же был? Скакал? Отдохни. Испужался, боятся меня все. Так, это у нас уже... Нет, это нам территории знакомые здесь были. Пошли по маркеру. Через лесок, лесочек. Так, подожди, не туда я пошел. Я вообще не туда пошел. Я вообще поскакал по заданию. Дурака-то кусок. Надо было по маркеру скакать. Я поскакал по заданию. Что называется, вижу на карте указатель пути, туда и скачу. Как собака Павлова. Давайте, извини. Честно, не специально. Честно, ничего личного. Просто лошадь буянит. Ветер в харю, что называется, а я шпарю, что у меня грусть, моя печаль. Ладно, не думаю, что там что-то есть интересное. Маркера там никакого нету. Так, мы приближаемся к точке интереса, судя по всему. Ой, там народу. Это зверье. Понять бы кто. По-моему, гули. Не, это не гули. Это что-то какие-то ребята. Непонятные. Давай на разведку. Кто это? Кто? Эндрига работница? Что за работница? Что за ударница? Иди сюда. Сюда подошла? Я разведать тебя хочу. О, ты тоже пуляешься, что ли? Горишь? Нет, плохо горит, да? Давай, новый враг у нас. На, ее можно убивать. Главное атаку не пропускать, не пропускать ее жало. Так, давай почитаем про нее, и остальные будем убивать уже с умом. Инсектоиды, масло у меня против них есть. Вот, почитайте. Так, помогает Иволга. И масло против инсектоидов. Хорошо, у меня есть Иволга? Хотя бы масло есть, это уже неплохо. Пошли работать. Поодиночке надо их выманивать. Так, что-то их не видно в этой траве. Вижу. Давай, на меня, маленькая. Хорошо. Арт действует. Поторопился. Не отравляет ничего она. Хорошо, еще одна. Сюда подошла. Так, еще двое, отлично. Так, вроде маленько расцветает. Яблони и груши. Да, жадничаем. Я просто проверяю, можно ли с ними жадничать. Нельзя, 2-3 удара, не больше. Ч
Хорошо. Отлично. Еще один, да, я так понимаю. Осталось это сокровище. Там большая какая-то. Большая гадость. Эндриага воин. Ну давай, маленькая. Ой, ты страшная какая. Ты не маленькая, черт подери. Ты еще и воняешь. Все, не жадничаем, не жадничаем. Ага, за спину не пускаешь, да? Как и тот петушок прошлой серии. Да, у тебя хвост опасный, я понял. Ты мне еще отравление даешь, да? Ох, 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 ох. Ох, ох, ох. Тебя близко подпускать нехорошо. Ай, застревай, застревай! Бляха, застрял. Ты умеешь пуляться, нет? Тихо, тихо, не буянь. Смотри, что делает, вроде далеко от меня, да? Пора с тобой кончать. Вот этот ее удар надо запомнить, что если она прыгает, надо вообще очень далеко от нее отбегать. Потому что вроде далеко, а в любом случае отхватываем. Так, мы там мутагенов нахватали. Так, друзья, продолжаем с этого же места. Меня, к сожалению, отвлекли. Отвлекли надолго. Я дозаписываю эту серию уже через несколько часов после предыдущей. Мы здесь завалили... Я забыл, как каких-то... инсектоидов. Я забыл их название, к сожалению. Но мы забрали здесь сокровища. И тем самым можно рапортовать о том... что мы сделали это не зря. Отлично. В округе больше ничего не вижу. Давайте позовем нашу лошадку, тем самым еще пополним здоровице наше. Где бутылки воды у нас? Где-то там моя плотва. Клубенькая моя плотва. Так, ну там на лошади какие-то всадники, не совсем понимаю. Шевелись, плотва. Добрые они или не добрые, потому что вообще-то добрых садников я здесь еще в игре не встречал. А мы тем самым идем к следующему вопросу. Вполне допускаю, что это может быть место силы. Давайте отправляемся туда. Не по дорогам скачем мы. Через тернистые леса. Честно, по лесам здесь ходить очень-очень атмосферненько. Периодически даже жутковато. Потому что шум деревьев. Там, судя по всему, люди, да? Работаем. Лази, слази. Так, один щитом. Ага, все. Парировать стрелу надо. Пойду сзади обойду. Я лучника найду. Когда найду я лучника, будет больно ему. Ты сдохнешь, падла, ты сдохнешь, падла, ты сдохнешь, падла, ты сдохнешь, падла. Все, будет полегче теперь. Погода еще осложняет условия битвы нашей. Не кричи, я сам страшный. Так, вроде должен был ты ударить по мне, а не ударил. Куда пошел, сюда иди. Гори в аду, тварь. Так, он что-то каким-то на меня эффектом подействовал. Хорошо. Но остался паренек с щитом. Что привнесешь ты в мою жизнь, паренек с щитом? Так, по-моему, ардом я его мочил, да?
Так, силовым стилем, по-моему, я его брать. Нет, наоборот, быстрым стилем я мочил прошлого. Вы правы. Ну и силовой тоже подходит. Ну что, парни? Вот так наша с вами встреча и закончилась. Не получилось у меня отразить стрелу, ну потому что возможности не было. Ну, конечно, это легко делать на открытой локации. Здесь без суда делать тяжело, потому что стрела прилетает хрен знает откуда. Из веток, из кустов. Ну, в принципе, это реально, потому что, представьте, в условиях лесистости довольно-таки тяжело сражаться и увидеть летящую в тебя стрелу. А тем самым мы нашли большой глифаксия в облике зверя и другую лабуду. Давайте, кстати, посмотрим, у нас какие-то книжки там были, если память меня не изменяет. Вот, почитайте в облике зверя. Так, это мы все читали. Это мы все читали, это мы все читали. Можно продавать это, в принципе, при желании. При первой же возможности даже. Вот про Тусент почитайте. По-моему, мы читали эту книжку. Хорошо, теперь по знаку Аксий. На одежду ты или на оружие, друг мой? Понятно, нужно одежду нам делать с ячейкой. Пока храним, конечно, продавать смысла не вижу. Никакого. Ладно. Хорошо. Собрали все, что здесь можно было собрать. И уходим дальше. Дождливый денек. Дождливая серия. Так. Отдохни. Что за дом у нас на карте? Давайте через него и затем к следующему вопросику. Ты как, пустой, нет? Я ласточку держу в горячем слоте, ну, для каких-то тяжелых боев. Так, в безопасности можно из инвентаря пополнить запас. Правда, нужно делать это несколько раз. Пошли посмотрим, что здесь. Так, висельники тут. Хата в лесу. Довольно-таки неприятная эта обстановочка, честно говоря. Зато появилась точка быстрого перемещения. Нильгарцы не пощадили хозяина местной хаты. Пошли осмотримся. По крайней мере, маленько отдохнем от дождя. Мертвая жена с ребенком. Ужас, 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 ужасы войны. Записки, думаю, можно будет почитать. Нет. Такой возможности нету. Ну, тогда это все им уже не пригодится. Ну, вот такие вот мелочи, да, когда ты набретаешь на хату лесу с повешенным хозяином и убитыми женой и ребенком. Вот что создает атмосферу игры, да? Вот что передает ее аутентичность и вживание в мир игры. Ладно. Война не щадит никого. Но. Так, ну а мы идем к следующему вопросику. И у нас он совсем рядом. Сейчас, кстати, когда мы прибежим к ведьме, у нас появятся новые вопросики, поэтому вполне вероятно, что я, может, где-то и рядом проезжаю вопросики, но просто так сейчас слепую бегать тоже смысла не вижу. Так, лагерь бандитов. Попробуем. Какой герой? Одного зацепили. Так, почему-то промахнулся. Хорошо. Да какую темерю? Я сам с темерей. Так, ну они вроде... Да, вы видите, какое у меня преимущество на лошади? Значительное. По зенкам его, сукина сына. Хорошо. Немножко потеряли здоровье, но я все-таки совершенствуюсь еще в этом показателе. В бою с лошадью. Со временем буду вообще хорош. Хорош, пригож.
Ну вот, в принципе, и все, да? Что здесь можно было взять? Нет, еще вон мешочек какой-то валяется. Давайте посмотрим, что у них за мечи такие интересные. А я такие уже подбирал. Причем они неплохие, в принципе, они немного хуже, чем мои. Не сказать, что прям уже значительно, знаете. У меня, кстати, вот этот меч для людей и животных тоже с ячейкой, но, к сожалению, нет у меня то, что туда можно поставить. Ладно. Еще один вопросик закрыли. Теперь напрямую можно ехать к ведьме. Так. А ведьма у нас тут совсем рядом. Интересно, сюда попадем, нет? Давайте сначала сюда сбегаем. Потому что, мне кажется, там вполне вероятно знак вопроса будет, когда мы почитаем доску объявлений. И заканчивается улучшение оружия и брони. Ну что, говорится, называется, переживем. Здесь такой перекресток семи дорог. А мы скачем дальше. Гади, плотва. Да. Это заселенное чертями место. Кто тут? Накеры, да? Не торопись. Прискакал куда-то. Запустилась катсценка. Госпожа, коровенка, значит, с гумна уже не встает. Из ноздрей гной так и льется. Я тебе что, пастушка? Вы, госпожа, во всем понимаете. Одна корова в деревне осталась. Остальные с голоду околели. Или их солдаты забрали. А без этой и мы передохнем. Я дам тебе трав. В полночь зачерпни воды из родника, смешай с травами и напои корову. Но сперва вычисти хлев. Да как следует, ясно? Спасибо тебе, госпожа. 100 раз спасибо. А теперь довольно. Хватит на сегодня, идите по домам. А не там ли самая ведьма, с которой мне нужно было приехать, а? Госпожа, самое интересное, что мы случайно приехали в то самое место. Я досчитал, что ведьма находится здесь, а она находится вот здесь. Ну, отлично. Что называется, судьба сама нас привела в нужное место. Давайте пособираем сначала трав. Причем травы, я вижу, довольно-таки редкие. Не сказать, что прям редкие, но не всегда встречающие ранее. Я, видите, это быстро делаю, может, кого-то это раздражает, но просто реально, когда много раз и все собираешь, каждой травушке уделять внимание уже вообще не камильфо. Так, вот еще мешочек. Давайте перед ней сохранимся, чтобы была такая отправная точка. И поехали. Здравствуйте. Есть кто дома? Кот ушла. Прекрасная дева. Обычная мазь, ничего особенного. Ну, вообще, я еще ни разу с вами не затрагивал тему Секаса в Ведьмаке. Здесь он тоже должен быть. Но пока первый кандидат у нас Цири... Ой, Цири, что же я так говорю? Фу-фу-фу, грязный язык. Йеннифер. И, по идее, мы должны с Трис встретиться. Надеюсь, что встретимся. Может быть, кто-то еще? Например, вот эта вот чародейка. Или кто он тут? Ведьмачка? Не, не ведьмачка, она ведьма. Чпокнуть ведьму всегда не позорно. Всегда не зазорно. Так. Рюкзак. Рецепт туши для ресниц. Я, если честно, думал, что-то более нужное. Ну, может, кому-то продадим. Так, ну и где она тут спряталась? Дом-то у нее небольшой. Куда-то задевалась. И куда она делась? Понятно, что она там внизу в подвале. У нее тут всякие оккультные знаки. Она собрала неплохую библиотеку. Нарисованная мелом пентаграмма. Иногда Геральт играет капитана очевидности.
У него сильная аура. Это артефакт или... Так вот, куда она исчезла. Понятно. Я, честно говоря, не хотел бы в это ухо Саурона проходить. Письмо к Александеру. Любимый, пишу тебе, потому что ты верно думаешь, что я все еще сержусь. Но ты же знаешь, глупенький, что я не держу долго зла. Я тебе уже простила. А все из-за этой твоей скрытности. Что странного в том, что мне интересны твои исследования моровой язвы. Мне так нравится смотреть, как ты работаешь в своей башне. Прошу тебя, не отказывай мне в этом маленьком удовольствии, раз уж не хочешь рассказывать мне о своей работе. Если ты не нужен Всераду завтра вечером, приходи. Выпьем винца, поболтаем, а потом кто знает, чем все закончится. Грязью какой-то закончится все это. Так, ну я хочу сходить туда, а потом уже в око Саурона. Интересно, чем же она живет. Потому что, чувствую, у нас с ней еще долгие путешествия будут. Рецепт яд повешенного. Тут, видимо, полезная вещь. Такие редкие вещи. Редкие. Эссенция. Краснодарский спирт. Еще у меня тут неплохой складец. Так, давайте посмотрим, что за яд повешенного. Кстати, мы можем создать синий мутаген. По-моему, он мне пригодится. Где это повешено? Вот он. Нанесенный на клинок масло дает дополнительный эффект боя. Против людей, да? Делаем. Почему нет? Люди тоже сволочи. Но против них тоже надо хорошо сражаться. Так. Что, делаем синий мутаген? Давай сделаем, что. Может, сейчас смогу его в прокачке применять. Давайте заодно и проверим. Так, вот у меня синий мутаген. Я его поставлю потом сюда, и здесь у меня будут знаки. Мутаген из грифона. Малый зеленый мутаген. С этими что делать, я не знаю, но... Пускай пока будут. Вот это берем на заметку. Так, когда у нас откроются эти ячейки? На 8-м, на 10-м, на 9-м. Ну, скоро у нас здесь будут. Здесь у нас будут боевые навыки, здесь у нас будут знаки. В итоге, как вы понимаете, 4 ячейки под каждый цвет. В итоге я закончим игру мы крутыми чувачками. Так, ладно, пошли к ней уже. Я взял арбалет, кстати, надо посмотреть. Лучше он, хуже он, чем мы. Такой же, да? Ну-ка, а это что у нас? Он получше, но мне нужен 7 уровень. Следующий скоро добудем его, я думаю, через пару серий. Ну что ж, все готовы. Пристегните ремни. Кормить начнут сразу после взлета. И где мы оказались? А здесь мило. Где мы оказались, скажите, пожалуйста. Мне было любопытно, как быстро ты разберешься, Геральт. Я наверху. Не стесняйся. А здешних зайцев убивать нельзя. Вот в чем проблема. Так, я на всякий случай пособираю здесь всякую травушку, муравушку, потому что может она быть редкая. Вполне вероятно. Или нет, потому что хвост я уже собирал. У меня тут своя какая-то атмосферка такая. Уютное логово. Я сначала поброжу. Я никуда не тороплюсь. Так, это что такое? Олень? Да, здешние олени не убиваются. У них, что называется, иммунитет. Так, здесь больше собрать нечего, да? Какая-то записулька. Эльфийские знающие. Давайте дадим вам почитать. Вот вам. Почитайте. Дочитайте еще маленько и уходим.
Я не могу не собрать всю траву. Послушно, что... Так, мне не нравится, что мокро так светит. Как бы оттуда кто другой не пришел. Но здесь уютненько. Здесь уютненько. Здесь мы ее, наверное, и допросим. Привет, ведьмак. Опачки, что-то там не, мне папа показалось? Да нет, не показалось. Тут еще. Где? Ты поглазить сюда пришел? Нет, поговорить. Отвернись и подожди. Главная интрига, перепадет ли Геральту сегодня или нет. Очень удобный навык, я бы такой себе хотел. Махнул, разделся, махнул, оделся. Кейра, мец в самом сердце Велена. Мне казалось, ты ненавидишь деревенскую жизнь. Уверяю тебя, сейчас я ненавижу ее во 100 раз сильнее. Я слышал, что в окрестностях живет колдунья, но в жизни бы не догадался, что это бывшая советница короля Фольтеста. Какая прелесть. Ты сохранил эту очаровательную способность удивляться миру. Обычно она присуща только детям, бедным рыцарям и недоумкам. Какая-то обидчивая. Разве так встречают старых знакомых? Я встретила тебя с приятной улыбкой. А теперь скажи, что тебя сюда привело? У тебя есть какие-нибудь вести о чародейках из ложи? Нет. В такие времена опасно знать друг о друге слишком много. И ты даже не пыталась с ними связаться? Несколько раз мне хотелось, но я даже не знаю, кто ответит и кто будет слушать. Я просто обязан тебя спросить, что ты тут делаешь? Дай-ка подумать. Может быть, дышу свежим воздухом? Или восхищаюсь видами? А может, я укрепляю вечный союз города и деревни? Нет. Я тут скрываюсь, Геральт. Ты слепой? Ты не видишь, что ли, что творится в мире? Ты о гонениях на чародеев? Да. Я говорю о новом увлечении Родовида. Он уничтожает всех, кто занимается магией. Ты что, не слышал об охотниках за колдуньями? Убийцы прочесывают север вдоль и поперек. Жгут манускрипты, вешают ворожеек, пытают травниц. Как тебе роль деревенской колдуньи? Кошмарно. Безграничное почтение окрестных крестьян тебя не радует? Они уважают любого, кто сумеет изготовить мазь от геморроя. Ты ведь давно уже здесь. Достаточно, чтобы покрыться плесенью. Ты не представляешь, как я ненавижу это место. Выбрала странное место для укрытия. Я не выбирала. На севере люди Родовида ловят чародеек, как рыбу в пруду. Юг занят Нильфгаардом. Куда мне было бежать? Император держит чародеев на коротком поводке, но от ремесла не отлучает. Родовид и Эмгыр отличаются всем, кроме одного. Оба они ненавидят ложу чародеек. А я входила в ложу. Ну, к делу. Я ищу одну девушку. Какую? Которая, как говорят, перешла дорогу местной колдунье. Что за вздор? Местные девки ни за что бы не осмелились со мной ссориться. Она не местная. Что-то ты темнишь, Геральт. Если тебе нужна помощь, скажи, о ком идет речь. Кого ты ищешь? Цири. Цири? А, тогда понятно, почему у тебя такая... таинственная мина и насупленные брови. Говоришь, она поссорилась с какой-то ведьмой. То есть ты ее не видела? Нет. Но некоторое время назад меня расспрашивали о молодой девушке с пепельными волосами, которая не похожа на крестьянку. Что они говорили?
Не так быстро. А где подарок для колдуньи? Где униженная смиренная просьба? Я всю жизнь буду тебе благодарен. Это немало. Но поскольку ты постоянно втравливаешь меня в неприятности, думаю, мне следует потребовать аванс. Ох, ладно, не смотри на меня такими глазами. Я же знаю, что речь идет о Цири. Расспрашивал о ней эльф. Не заеденный блохами Скаятаэль, а эльфский чародей. Что мог делать в Велине эльфский чародей? Я пыталась его расспросить обо всем. Еще бы. Но ты же знаешь этих эльфов. Он спрашивал куда больше, чем отвечал. Как он назвался? Никак. И он был в маске. Весь такой таинственный, но... Он мне понравился. Умный, с хорошими манерами. Он сказал, что ему нужно от Цири? Только что они должны были встретиться в Велине. Он хотел знать, не появилась ли она раньше него. Он оставил для нее какое-нибудь сообщение? Нет, но попросил отправить ее к нему, если я ее вдруг увижу. Значит, ты знаешь, где его искать? Да, он сказал, что прячется в каких-то эльфских развалинах возле Подлесья. Это деревушка такая. Я схожу туда с тобой. Зачем? Думаешь, я сам не дойду? У меня тоже есть дело к этому эльфу. Он пообещал мне кое-что, но так и не отдал. Кроме того, я, как и ты, надеюсь, что она там. А я тоже хотела бы увидеться с Цири. Что, пойдем сейчас, наверное? Можем отправляться? Да, идем. Пришли. Ты уже была здесь? Нет. Я надеялась, что эльф вернется, как обещал, или появится эта его девушка. В любом случае, я понятия не имею, что нас ждет. Ну, давай выясним. Так, я хочу посмотреть, где мы на карте. О. Мы где вообще? О, как далеко нас занесло-то. Прям очень далеко нас занесло. У нас тут куча всего интересного. Ладно. Давай же! Да что ж ты кричишь, что не пугаешь меня? Я аж напугался. Кейромец. Беллаклан! Что ты какая-то страшная ведьма, я тебя боюсь. Кричишь постоянно. Это заклинание страшненький. Взял с трупа сухофрукты. Я бы не стал Геральт их есть, но придется. Так, что тут еще интересного есть? Здесь знак где-то был, мне показалось. Олени бегают. Что вообще здесь творится? Ну, здесь была же возможность поджечь, почему сейчас не могу? Ну? Что за сюр? Наконец-то. Олень, ты вообще тут откуда взялся? Я чё, Кира, всегда с собой олень бегает? Воу. Я думал, что-то маленькое, а тут куча вон всего. Улучшенное масло взяли. Ну, рецепт имеется в виду, конечно, да. Дикая охота. Что? Призрачные всадники? Это значит, я думала, их не существует. Но полюбуйся на несуществующее. С ними навигатор. Что? Что мне не нравится это? Ты можешь телепортировать нас на ту сторону? Лучше я телепортирую нас домой. Ты правда собрался идти за ними? Открывай телепорт, быстрее! Не уверена, что мне все это нравится. А мне-то как это не нравится.
Так, тут что-нибудь еще можно собрать быстренько, нет? Готов. За мной. Давай да же. Иду. Я ничего не вижу. Интересно, где сейчас Кейра? Я ничего не вижу, там вот опция. Куда ты меня, нехорошая ведьма, завела? Ладно, что, давайте сожжем кошку. Так, тут опция, да? Так, а где трупоед-то у нас? Хорошо. Так, здесь у нас такой вот комбезон, но он нам не нужен. Так, мы взяли какое-то новое масло. Где оно у нас тут? Вот оно. Лучшее масло против проклятых. Нам не хватает масла против проклятых. Не понимаю логики, если честно. А у меня вообще нету масла против... А, ну тогда понятно. Так, а мне не хватает... Получается, роголистника запоминаем. И глаза Эринии. Ладно, может, не забуду. Ну что, пошли. Так, а я не выпил кошку. Кошка, где у нас тут? Вообще, давайте оставим интригу на следующую серию. Пойдем исследовать эту пещеру уже в ней. С вами был Энни Бэдди Плей. Ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока.